Четыре года с Крымом. Во Владимире отметили годовщину присоединения полуострова к Российской Федерации. На Соборной площади состоялся торжественный митинг-концерт. Его организаторами выступили члены боевого братства. В празднике приняли участие первые лица города и области. Свое видеообращение владимирцам адресовал глава Республики Крым Сергей Аксенов. Хочу особую благодарность уже в этот день отметить Светланы Юрьевны Орловой. Есть слова благодарности и уважения жителей Владимирской области за ту настойчивость, с которой они выступали по реализации всех наших совместных программ. Сегодня между Владимирской областью и Республикой Крым заключено соглашение об экономическом, социально-экономическом партнерстве. С новообретенным регионом Владимирской области уже 4 года связывают теплые отношения. Это обмен опытом между промышленными предприятиями и шефские связи с Нижнегорским районом Крыма. Во Владимире учатся приехавшие с полуострова студенты. И каждый год из нашей области служить на Черноморский флот отправляются призывники. Окунуться в море Михаилу Сухареву за время службы посчастливилось всего 2 раза. Тральщик «Ковровец», на котором он проходил срочную службу, всегда находился в боевой готовности. На нем молодой человек и застал события Крымской весны. Мы в это время как раз охраняли олимпийские объекты в Сочи и участвовали, так скажем, в обеспечении безопасности всего этого процесса. Но мы корабли, собственно, мы патрулировали границу и следили за посторонними кораблями, которые появлялись в районе Сочи. Митинг в честь присоединения Крыма длился более часа. Перед владимирцами выступили лучшие вокальные коллективы области. Несмотря на неожиданный мартовский мороз, на Соборной площади было довольно многолюдно. Скажите, что побудило прийти на этот митинг? Ну, просто поддержать. Сегодня годовщина, как присоединили Крым. Это очень радует. Бывали в Крыму сами? Нет, в Крыму не была. У меня родственники в Донецке, хотелось бы, чтобы у них все наладилось. Ну, конечно, мы тоже за то, чтобы Крым, как говорится, принадлежал нам. Мы очень довольны. Вот даже Дина у меня собачку даже подпевала. Крым всегда был наш, русский, российский, и он снова вернулся к нам. Это очень вдохновляет на какие-то большие подвиги. Товарооборот между Владимирской областью и Крымом, по официальной информации, достиг 1 миллиарда рублей. Мы поставляем на полуостров продукты питания, лекарства, ткани, бытовую технику. В свою очередь, крымчане импортируют рыбу и поваренную соль. Дальнейшее сотрудничество между нашими регионами обещает стать еще более плодотворным. Екатерина Гаврилова, Виталий Сергеев, Губерния 33.